как это будет интересный прямой эфир для мальчишек, я не думаю. В общем, сегодня вечеринка Космополитен, и дресс-код там розовое платье. В общем, в розовом во что-то нужно быть. Я вот готовлюсь и решила сегодня вам показать еще раз, как я делаю локоны. Но на этот раз я буду использовать вот такую штучку. Это гель-спрей. Купила я его вчера. Мне благодаря этому стайлингу делали прическу на фотосессию лукбука. Вот в Питер я когда летала. Вот такая штучка, это гель. Но все равно мне пригодится лак для волос. Вот лак обычный. Вы очень много раз меня спрашивали про плойку. Вот это моя плойка домашняя. Она, видите, какая грязная вся, какая-то в лаке, в геле, в пенке, она во всем. Это Babyliss. Называется вот так она. Диаметр у нее, наверное, 25 все-таки. Не 32, 25, но она... В общем, она средняя, средний диаметр. Я всегда использую ее вообще на максимуме. Прям 200... На 300 градусов, короче, я ее ставлю. Не берегу я свои волосы совершенно. Для тех, кто подключается, напоминаю, что сейчас я буду делать себе укладку. И буду делать локоны. Для этого нужно всего буквально 15 минут. Делим волосы на две части, потом еще на две части. Вот так. Задавайте вопросы. Я буду на них отвечать. Вопросы, только касающиеся вот укладки. Так. Так, попрыскаем. Вот тут такая протеиновая штучка, чтобы волосы немножко поплотнее были. И поехали закручиваться. Делаю вот такие. Сегодня вечеринка Космополитен. Вот собираюсь я. Оставляю вот такой маленький кусочек. Сейчас же модно, чтобы кончики были не до конца завиты. Термозащитой я не пользуюсь, потому что как-то я про нее всегда забываю. Катя, у меня прямой эфир. Вот, Катюша, я сегодня купила Эмлу. Мы сейчас будем мне еще делать брови. Вот. Хотите пока смотреть, как мне будут делать коррекцию окрашивания бровей? Можно чуть-чуть лака добавить. Какое платье? Я выбрала розовое платье моей подруги. Она дизайнер. Фирма называется Миро. Это бренд ее одежды. Мира от слова Мирон. Все знают уже Мирона. Это моя любовь, это мой будущий муж. Я в прямом эфире. Проходи. Вот такие кудряшечки получаются. Я надеюсь, что вам видно все. И вы меня хорошо слышите. Мне нравятся мои скулы, они от природы. Волосы тоже от природы такого цвета. Я не крашу. В общем, девчонки, хочу напомнить, что у меня в салоне сейчас можно сделать брови по акции за 1000 рублей. А в 1000 рублей входит коррекция окрашивания бровей. А также в скором времени у нас будет такая услуга, как укладка, долговременная укладка бровей. Я на себе ее попробую и вам обязательно покажу. Но многие уже, наверное, с ней знакомы. Также на маникюр. Сейчас запишитесь на маникюр, я каждый день в салоне. Я знаю, как девочки радуются, когда приходят ко мне на процедуры и видят меня. Поэтому записывайтесь, переходите по ссылке на мой салон, записывайтесь через директ, либо звоните нам на рабочий номер.
записывайтесь на маникюр. Маникюр сейчас со скидкой 15%, поэтому можно маникюр сделать с покрытием, с гель-лаком всего за 1300 рублей. Поэтому все записывайтесь. Вот. Буду вас всех ждать. Платье я обязательно покажу, как его надену. Ближе к вечеринке, либо потом вы увидите фотографии. Там такой откровенный разрез. Девочки, просто я не знаю, как в нем я пойду. Там очень сильный разрез. Ну вот, немножечко кудряшечек я сделала. Теперь можно их закрепить вот таким гелем. Ай-ай. Вот так закрепляем их гелем. Гель такой жидкий. Как вас много. Лаком я пользуюсь, который стоит в салоне. Это компания Le Biostatique. Мы на ней работаем. Это марка косметики для волос, для тела, для лица. Вот. Кто из вас делает коррекцию окрашивания бровей? Есть, остались еще те люди, которые никогда не делали коррекцию бровей. Что, вот он? Зачем? Буду завтра делать. Там, наверное, подключился, нет? Интернет там выключи тогда. Ага. Ты Мирославе позвонила? Да. Что она сказала? Короче, ничего там не получится. Почему? Потому что мойка прилетела. Кто? Материнская плата? И сколько стоит делать? И как дальше жить? Оставлю эти рабочие. Только сейчас поговорим. Заполни косметику и маски все пропиши. Просить пора, что я от вас отвлеклась. В общем, дальше показываю, как я делаю свою чудо-укладку. Вот кудряшечка. Все очень просто и очень быстро. Это мой родной цвет волос. Плойка фирмы Babyliss. Диаметр средний. Я сохраню обязательно этот эфир, чтобы вы все могли просмотреть. Вот. Сейчас зафиксируем мы гелем. Благодаря этому гелю волосы будут как будто такие немного мокрые. Вот это надо перезавить. А я обожглась. Собираюсь на вечеринку Космополитен, которая сегодня пройдет в Москва-Сити. Мы идем туда с Димой. Все в честь вот этого. Ольга Бузова на журнале Космополитен. Сегодня вечеринка. И специальный гость будет Ольга Бузова. Вот мы идем. Я собираюсь, готовлюсь, чтобы быть красивой. Можно делать вот такой, вот смотрите, вот так закручиваете, чтобы вот такой получился жгутик. Будет совершенно другая кудряшка. Сейчас жгутиком. Ой, раз, два, три. Вот такой жгутик. Раз. Я хорошо отношусь к Бузовой, и мне кажется, все женщины должны в нашей стране столько работать. И так добиваться успеха. Вот видите, здесь кудряшечки совершенно другие, такие волны получаются. Если их перемешивать, будет очень красиво.
опять обертла пальчик. Что за гель? Сейчас покажу вам этот гель. Я его купила в Ригош. Вот этот гель. Вот, запоминайте. Beach Me. Ну, это тоже эффект типа мокрых волос. Они быстро закручиваются только благодаря тому, что они уже... Я на них уже попрыскала лак. И сверху еще закрепляю лаком. И гелем. Так, и поехали в другую сторону. У меня не было желания никогда постричь волосы. Я их ращу и хочу еще длиннее, чтобы они были густыми и длинными. Блин, они вон раскручиваются у меня. Потому что у меня натуральный цвет волос, и они плохо держатся. Я собираюсь на вечеринку. Маникюр у меня нюдовый уже и так есть. Вот он, нюдовый. Да. Какая девушка? А Лена знает? Yes. Не говори Лене, что она опаздывает. Я не знаю, что с ней делать. Сейчас у меня будут волосы такие мокрого эффекта. Макияж будет обычный, нюдовый. В моем салоне наращивают реснички, поэтому для тех, кто хочет, может нарастить. Мой любимый крем для лица обычный из аптеки Биодерма. Фирма Биодерма. Лен, привет. Как будете делать мокрый эффект? Вот для мокрого эффекта есть вот такое средство. Есть также спрей от Lebiostatic с мокрым эффектом. Я вам сейчас все покажу. Я надеюсь, вам, девочки, всем понятно, как я завиваю волосы. И что это можно сделать очень-очень быстро. Конечно, я их буду расчесывать, они немножко остынут, я их расчешу. Я никогда не удаляла кейбиши, я даже не представляю, что это и как их удаляют. Вот. Поэтому я такой хренью не страдаю, чтобы еще что-то думать и удалять. Я пойду в розовом платье, возможно, а возможно не в розовом. Сейчас посмотрим. Подумаю. Лен, а у тебя есть случайно шпильки? Нет? Здесь же есть мешочек. Ладно, потом посмотрю, хорошо.
возможно, сделаю их немножко закалю. Отодвинь чуть дальше камеру. Я сейчас сама чуть дальше отодвинусь. Оставляю, да? Я, может, себе пучок закалю. Лен, завтра окрашивание еще, ты, да, с самого вечера. Во сколько? Сразу после укладки. Что, так сложное? Не знаю, надо, что-то меня пробубнило по телефону, что мне нужно челку покрасить. Чего покрасить? Челку! Сейчас я посмотрю, кушай. Очень быстро, да, я завиваю волосы. Просто я уже набила себе руку. И я уже просто на раз, два, три справляюсь со своими волосами. Они даже шипят чуть-чуть. Вот и все. Сейчас они у меня остынут, и я их расчешу. Я пока немножко зафиксирую. Я могу вам потом показать свой макияж, как я буду делать макияж. В общем, всех целую, всех обнимаю. Чуть попозже к вам зайду, покажу, как я делаю макияж.